Так, хочу вам рассказать кое-что интересное. Видите, вот железный гараж. Хочется вам сказать, никогда не оставляйте на ночь вот в этом гараже что-нибудь ценное, там инструменты, материал какой-нибудь. Знаете почему? Сейчас я вам покажу кое-что. Это раз. Блять, подкопали, подняли гараж. Гараж подняли, подкопали, вот видите. Воры, блин, кроты. Короче, обокрали нас на 120 тысяч рублей. Вот, смотрите. Досками приподняли, походу, гараж. Ну, мужики здоровые были, походу. Вдвоем приподняли, доски подложили. Начали копать. Заходи, тут что-то улики какие-то вон. Заходи, цокольный этаж. Подкопали. Зашли оттуда, вынесли бензиновый генератор. Короче, я уже посчитал. Там 12 инструментов вынесли на 120 тысяч рублей. Бензин даже забрали полностью. Даже бензин забрали, там литров 5, может, было. Сейчас вызвал милицию, сейчас приедут, будут разбираться, не знаю, что делать, искать надо будет. Вот как можно вот здесь вот воровать, блин? Не знаю, я, короче, не могу, в голове не укладывается. Блин, как так? Но с работы он идет там. А у меня было такое вот предчувствие, что здесь могут украсть. Думаю, может, прокатит на этот раз. Оказывается, вот нифига не прокатило. Блин, все забрали, блин, все. Сварочный аппарат, перфоратор, блин, дисковую пилу, бензопилу, нивелир, шуруповерт, блин. Короче, не знаю. Никакого настроения нет сейчас работать. Блин. Деревня Бурманкасы, вот воруют здесь. Видите, сколько гаражей стоят. Ничего не надо оставлять в таких гаражах. Блин, я так и знал, блин, но не знаю. Это наши, да, там внутри. А, здесь топтали, да? Сняли отпечатки пальцев, вот. Ну, вряд ли кого найдут, наверное, уже. Собака тоже след потеряла. Прям вот рядом с будкой. На машину все погрузили и увезли, все вот здесь вот. Никого не нашли. Но подозрения на двоих есть, которые, говорит, здесь ходили, они по каждым объектам там. У кого магазин, говорит, спрашивали, а у кого вообще цены за работу спрашивали. Вот двое подозрительных выходные, говорит, ходили здесь.